Обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих в мечети Аль-Акса в Израиле выразили в казахстанском МИДе. Официальный представитель ведомства выразил надежду, что все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в период священного месяца Рамадан и праздника Песах. Казахстан, всегда выступая за толерантность и укрепление межрелигиозного диалога, твердо поддерживает усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Напомню, ранее сообщалось, что израильские силы безопасности ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса. По версии израильских спецслужб, десятки человек в масках забаррикадировались в мечети и призывали к насилию. По данным Израиля, в результате столкновения двое сотрудников спецслужб получили ранения. Палестинцы заявили о десятках пострадавших.